В этом видео я расскажу вам, как активировать аккаунт, чтобы купить круиз. Выбирайте стать членом клуба, и платформа вам предлагает две опции – членство или партнерство. Убираем пока опцию партнерства, так как это совсем другая функция, это вариант возможности получения дохода с помощью партнерской программы клуба и построения клиентской сети. Оставляем опцию членства. Перейти к оформлению. И вы попадаете на страницу с платежной системой, где вы можете оплатить как криптовалютой, так и любой кредитной картой, любой международной платежной системой. Допустим, мы выберем обычную карту. Дальше мы выбираем валюту. Здесь сразу укажем доллар США. Обращаю ваше внимание, что у вас есть 14-дневная гарантия возврата платежа. То есть это по международному законодательству защита от импульсной покупки. Продолжим с оплатой. И здесь вы вбиваете уже данные самой карты. Имя, фамилия хозяина карты, номер карты, срок действия карты и три цифры на обратной стороне карты. Обработка оплаты. Как только пройдет оплата, вот здесь в вашем кошельке вы увидите ваши бонусные баллы. И в принципе можете уже бронировать круиз. Если остались вопросы, пишите, не стесняйтесь, будем разбираться.